Экс-руководитель компании «Газпром-переработка», а ныне сенатор Юрий Важенин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Подобным образом уже поступили спикер окружного парламента Борис Хохряков, его заместитель Наталья Западнова, депутат Государственной Думы от Югры Павел Завальный, экс-глава Сургута Вадим Шувалов и другие политики. Заявления от кандидатов принимают еще 2 недели до 29 апреля. Сама процедура голосования за претендентов пройдет с 24 по 30 мая, как в онлайн, так и в очном формате. Предварительные выборы партии «Единая Россия» носят рейтинговый формат. Это значит, отметить в бюллетенях можно будет не одну, а несколько фамилий. Результаты объявят в первый день лета. Ну, замахнулся, бей, так меня учили, по крайней мере. Да? То есть, если решил идти на выборы, значит, иди, борись, доказывай, что ты лучше, доказывай, что от тебя будет больше пользы. Побеждай на выборах, только и всего. Это один, единственный принцип, которого надо придерживаться.